Политолог Сергей Мелконян в своем телеграм-канале пишет о дисфункции государства. Заявление МИД и Совбез Армении. Российские военнослужащие не пропустили наблюдателей ЕС в Ниркинхант. Заявление Службы национальной безопасности Армении. Российские пограничники не препятствуют деятельности европейской миссии на каком-либо участке армяно-азербайджанской границы. Основные выводы. Во-первых, это пример того, как одна рука не знает, что делает другая. И это не рядовая история, где могут быть расхождения. Это вопрос национальной безопасности. Во-вторых, фактически на территории суверенного государства идет спор, согласно которому одна внешняя сила не мешает другой внешней силе обеспечивать безопасность. Это показатель неспособности государства быть эксклюзивным провайдером собственной безопасности и проблемы аутсорсинга безопасности. Демонстрация исторически низкого уровня суверенитета и дисфункции государства как института.